Снежные барсы обитают на территории Меркенского лесхоза в Жамбылской области. Одного из них впервые зафиксировала фотоловушка. Предположительно, зверю около года. В ближайшее время для определения точного возраста и изучения поведения снежных барсов приедут специалисты из Института зоологии. В прошлом году Ирбиса случайно на телефон засняли егеря. Всего на территории лесхоза установлено 7 фотоловушек. По словам руководителя лесхоза Жасузака Ибраимова, на их территории водится 4 снежных барса. Это свидетельствует о хорошей кормовой базе, которая, к слову, привлекла на территорию лесхоза и 4 дикобразов.